Первый страйк! Давай, Джимми, не бросайся сразу отбивать! Всего одно очко. Нам нужен один вок или подача. Терренс Мейтланд, вы арестованы по обвинению в убийстве Фрэнка Питерсона. Убийство? Я, как и ты, не понимаю, как связать эти улики. На месте преступления полно его отпечатков. А на видео он в сотни километров оттуда. Нельзя же быть в двух местах одновременно. Ты меня знаешь. Не убивал я мальчишку Ральф. Ты понимаешь, как это странно? Как же можно на такое пойти? Он не виновен. Я не терплю то, что нельзя объяснить. Что ж, сэр, тогда со мной вам будет сложно. Скажи мне, ты и правда думаешь, что мальчик убил Терри Мейтланд? Если это был не он, значит, кто-то другой. Кто-то другой. Кто-то другой.